Это если разбирается в лошадях. Absolute insanity. No one would do that if they knew anything about horses. Многие говорят, что лошади бессловесные создания, что они ничего не помнят. Он навсегда запомнит, что с ним произошло. Лошадь — благородное существо, это очень специфическое животное, оно заслуживает большего. Нашу страну создали наездники. Техас основали те, кто ездил на лошадях. Мы обязаны им чем-то более существенным. Лицо.